Бабуля вот купается, наша бабулечка. Купается, лежит. Она надела мои плавники, как ребенок. Ну, прежде, очень чистое море, очень-очень чистое море. Она говорит, что не такая чистая водичка, и такие огромные, и такие маленькие волны. Простите, я ошиблась. Сколько людей было, что не было места, а сейчас вот опять люди. Я сейчас вот сидим здесь. И вот я. Первый раз через тень знакомаюсь. Вот они купаются там. А вот бабуля как идет. Это я. Это дома. Это бабуля. Бабуля как всегда тащит сумки. Каждый день. Они, знаете, какие хитрые, друзья. Говорят, пойдем на минуту посмотрим, что там в магазине. Вот что там, 500 лир, что там. Колбаса, сыр, сливки. Да, я вот такая. Сказала бабуля, что можно зайдем, ветер немножко. Это жарко. Хочу, чтобы холодно было где-то. Сейчас холодное место. А это значит, почему все купим. А сейчас у нас базар сегодня. Ага. Вот, идем на базар. А виноград. Как и красиво. 40 лир. А что такое шептали? Персики. Посмотри. Ниша есть, а вы. А сколько? 50? Всем привет! Сегодня я делала распаковку. Что мы купили? Три хлеба. Вот сюда ложим. Так нормально будет. Самое главное, чтобы еще папах не произошло. А то я испугалась. Мыс, какая-то посыпка, помазка. Здесь тоже написано. Можем вот сюда. Три сыра лапны. Та лапна это. И почему вам не видно? Мне что, надо перевернуть что ли? Вот так, вот такой сыр лапный. Мы еще такой второй купили. Где он? Вот. Еще мисс. Ашка. А вот и я, мою сладкая, моя любимая девочка. Как я ее обожаю. Она такая Галюся, моя бабулина. Это сыр лапный, да? Буйный сыр. Это моцарелла. Погромче говори, потому что там не слышно. Вот моцарелла у нас. Давай, доставай. Здесь. Эти не нужно. Эти. Бабуля, это что такое? Бабуля, это что такое? Сливки. Да, сливки найду. И сыр лабный. Лабный. Что здесь есть? Вот у нас. Стиральную машину стираете? Обязательно положите вот такую вот просто, где, мокрую салфетку. Возьмите просто внутрь, посмотрите, все нехорошее забирает. Очищает. Смотрите, это чек, это сыр
мисс. Вот такие вот кругляшки. Обожаю этот звук. Только чего накупили, сейчас будем завтра готовить. Да. Дымочка, и ты что ищешь? Колбаса, это моя жизнь. Ай, спорно. И вот наша распаковка закончилась. И вот наше продолжение. Сейчас покушаете. Тут чай сделаем, чаем, хлебом. Ох. Распаковка продолжается. Я клубнику не показала, кто смотрел Инстаграм, тот узнает клубнику куда. Покажи. А, вот такая. 75 лир килограмм. 75 килограмм. 75 килограмм или лира? 75 лир. За 1 килограмм. А. Вот это вот приложим вот сюда. Как раньше я вам показывала. Кто смотрел Инстаграм, обязательно узнает, что это продолжение. Хотя вот это вот сюда нет, всегда вывожу вот сюда. Но здесь нет места. Марта, ты это уже положила? Нет. Как нет? Так, все. Короче, вот это вот сюда. Угу. Вот это вот сюда. Не плачь. Я тебе ничего плохого не сделала. Подожди, это подожди, бабушка. Куда это, сыночка? Ты сейчас положила сюда? Да. Вот, вот, вот это вот. Вот это ты положила? Да. Мы сейчас купили вот это? Да. Да. Сегодня хочу надо приготовить. Так, сегодня, а что у меня был один только, а еще где-то был? Второй вон еще. Где? Вот эти-то мы купили сегодня. Да. Так и скажи, потому что что-то непонятное для меня происходит в этом мире. Так, все, закрываем. И открываем. Здрасте, вот это сыр моцарелла, надо тебе или нет? Положи, пока не надо. Вот это вот очень вкусный сыр. Мы сейчас его продемонстрируем. Я хочу очень попробовать этот сыр. Очень непонятно. Клубника очень вкусная. Да. А сыр лабный надо тебе? Нет. На, попробуйте сыр. Я первая. Возьмите по одной. По одной штучке. А, руками. Надо. Пробуйте. Закройте холодильник. Вот вкусно. Ползешь, ребята, кто живет в Турции, покупайте обязательно. Такая вкусная. А кто не любит сыр, не покупайте. А как вы хотите? Покупайте. Если вы живете в Турции, обязательно покупайте. Она очень вкусная. Все. Бабуль, сыр лабный, сыр лабный тебе нужно? Сыр лабный тебе нужно, бабуля? Нет, куда-нибудь выпихайте, да. Так, сейчас я пойду белье повешу. Чай готовить, сейчас будем сейчас жарить. Да что с тобой жарить? Сейчас без бабули еще одним попробуем. Ай! Мне понравилось говорить о бабуле. Да? Ты что так много берешь? Я одну взяла. Вот как кушать тебе скажут даже в комментариях, да? Как кушать? Две штуки сказала. Короче. Наша распаковка закончилась. А хотя вот с теми делает кто-то. Раскладывает. Пиццу. Раскладывает. Ой, простите, нечаянно так перевернулась. Вот я сейчас салю. Ирма, не спи долго. Ты уже спала. И, ой, правда, она, кто даже не любит сыр, тот полюбит очень этот сыр. Кто живет в Мерсине, она в Турции. Обязательно покупать этот сыр. Кому не понравилось, не покупать.
что хочет. Боже, какая жизнь прекрасная. Смотрите на моих. Это девочка, которая только проснулась, Ирмочка. Не пошла на море, не жалеет. На тебе, Ирмочка. Что вы кушаете? Мини-пиццы кушают, да? Сейчас бабуля еще вам принесет. Так, это уберите чек. Приятного аппетита, мои дорогие зрители. И вам тоже приятного. Здесь у меня кизиловое варенье варится. Потому что Ашкин купил. И, естественно, эту кислятину никто не захотел покушать, кроме меня. И вот я по чуть-чуть, хоть чуть-чуть, да, все равно мы же так мало кушаем. А тут вот, смотрите. Ух, какая красота! Ух, с колбасой, с сыром. Так. Четыре части поделим и накормлю вас. Еще раз всем привет, мои дорогие. О боже, как же я спешила. Мы знаете, куда идем? Идем на прием к Ашкиму. Врача Ашкима записала на рандеву, так как у него немножко проблемы, что-то там были боли в животе. Не понимаю, где у него боли. Пускай пойдет к врачу. Все-таки двое детей, такая ответственность. А я на ходу одела сегодня платье. За 15 минут собралась. Он говорит, тебе не хватит времени. Я сказала, мне все хватит. Все. Так что мы идем с детками. Нам будет весело в городе. Вот они. Ждут меня уже. Недолго же ждали, да? Нет. Я точно в 2 часа спустилась. Да. Что скажешь, моя девочка, это нашим зрителям? Дрались. Опять? Почему? Да, не знаю. Там вот. Я им сказала, перестаньте, они сказали... Как кошка с собакой? Вот я не знаю. Они мне сказали, что... Они мне сказали, что... Педикюр не успели сделать с Марей, поэтому одели вот. Я одела такие закрытые. Только успела поточить и все. Ну не успеваю, друзья мои, не успеваю. Пока видео для вас открыла, видео не открывала несколько дней, физически не было возможности. Я бабушка красивая, мне все так говорят. Едем мы, едем, никак мы не приедем. Ой, как мы долго едем, и никак мы не приедем. Я бабушка красивая, мне все так говорят. Давай, свой ты. Я девочка красивая, мне все так говорят. Я мальчик симпатичный, мне все так говорят. Едем, едем, никак не приедем, Машка нервничает уже. Так быстро мы пошли в больницу, взяли рандеву, лапароскопию, гастроэнтеролог. Возвращаемся домой, идем. Целый час были там в больнице. Целый час мы были? Мы так быстро, 5-10 минут, да, Мари? Да. Моя блогер Мари. Смотрите ее видео, она такая сладкая у меня. Внучечка моя. Мне надо отдельный этот канал. Мы гуляем в самом центре города Мессина. Тут в парке гуляем, тут очень красиво. Мы только что сели на этих стульях, разговаривали, и здесь мы прогуливаемся. Бабуле я что-то рассказываю. Вот такое у нас. Тут такие огромные деревья, они от солнца. Нас убирают. Смотрите, какие красивые листья. Вот банк. Мы решили зайти в банк, посмотреть на доллары. Простите, это внутри нельзя снимать. Всем привет. 100 раз снимает и привет. Мы идем, гуляем по городу, показываем детям Мерси. Они там прям хотят их. Какая красота!
Ой, кругом здесь эти магазины. Ирма, руку дай мне, бегу. Люблю я это место, классное. Биджи-биджи кушают, все кушают. Караджа, что за караджа? Да?